Thank you very much for inviting us and attending and everything. And well, I came up with the with this project. Of course, I like Pink Floyd, and this building appeared in the cover of 1977 Animals album. I've always liked that album. I didn't really know what happened to that building, but I found out when it was presented as an opportunity of a project in Erasmus in Venice, where I did Erasmus. Джон рад тому, что его сюда пригласили, что вы все пришли послушать нашу лекцию. И здание, о котором он говорит, ему впервые встретилось на обложке альбома 1977 года, альбома Animals группы Pink Floyd, которую, конечно, очень сильно знают и сильно любят. И думаю, что вы тоже знакомы с этой группой. И он никогда не знал истории этого здания, и поэтому ему было очень интересно, когда ему оно попалось в качестве одного из возможных объектов для проектирования на семестре, когда он был в Erasmus, по программе обмена Erasmus в Венеции. I developed the project with other seven people as an idea for a whole semester, then went back to Barcelona to do my final thesis on the same project with a partner called Clea Granados. She did the master planning development and I did the Patrici Power Station itself, but we worked together hand in hand, so it was kind of a very unite cluster, but yeah. Ну и вот, собственно, проект, который вам будет презентован, он разрабатывался в течение целого семестра в группе из 7 человек. Вот, и потом, после того, как этот семестр был закончен, то Джон отправился домой в Барселону заканчивать свой диплом, который он делал по этому же самому проекту, но уже не в группе, а вместе с партнером. Его партнер делал часть, которая была посвящена градостроительному развитию проекта, а он делал часть партисипации. Ну, это было такое как бы совместное творчество, и, собственно, сейчас вы услышите дальнейшее. So I think this project is about exploring how to highlight a ruin, a building that was important for the history of the city, the social image that it projected, the identity, the neighborhood strength, the community that that it could agglomerate or put together, attract, enhance, and just an exploring how what could the potential that a building of such importance in London would have. И помимо Джона, этот проект, который он будет вам презентовать, заключается в том, чтобы найти способ, каким образом можно подчеркнуть культурное и социальное значение здания, которое в какой-то момент играло огромную роль в жизни Лондона, собирая вокруг себя большое сообщество, и в некотором роде это исследование по поводу принципиального решения этого вопроса, именно определения и развития культурного значения каких-то отдельных зданий и объектов в городе. Okay, so this is the first song in the Animals album, which talks about the alienation of people in a politically neoliberal led society, individualistic way of thinking and living, exchanging ideas from the power especially, and how people being alienated are always looking for someone else to blame, with a kind of a pressure and unsatisfaction for life that in the end of the album they flip it over and they say if people get together, people build things together, exchange ideas, exchange positive vibrations, things sort out by themselves much better. Мы вот здесь на экране видите, собственно, слова из первой песни с этого самого альбома Animals группы Pink Floyd, и эта песня, она раскрывает проблематику того, каким образом люди чувствуют себя отчужденными в обществе, которое существует по неолиберальным законам,
в котором люди живут, мысли индивидуалистически, и о том, каким образом они обмениваются идеями. Многие из этих идей, причем у них подчеркнуты из каких-то властных систем. И это такая печальная ситуация, когда оказывается, что люди не готовы принять вину за какие-то сложившиеся ситуации на себя и постоянно склонны обвинять кого-нибудь. И это первая песня на альбоме, однако в последней песне альбом заканчивается в некотором роде более позитивно, переворачивая ситуацию с ног на голову и говоря о том, что если люди как бы, в полной мере преодолеют этот индивидуализм своего мышления и начнут сообща обмениваться идеями и делать что-то вместе, то ситуация изменится само собой, ну, как бы в лучшую сторону. Working on a historic building, of course, it's very important to look at his history. What aspects have the building projected in social memory, identity, and what it meant for the people, and what can we take out of it to use it for the development of the project? Okay. Ну и конечно, вот если теперь вернемся к самому проекту, то работа над каким-то проектом, связанным с историческим зданием, тем более обладающим таким культурным значением, заключается в большой степени в том, чтобы найти и восстановить, каким образом это здание влияло на культурную жизнь города, какие ассоциации, какие воспоминания оно вызывало у людей. So the power station was built as a result of all the electrical companies in the 1920s getting together, and it was built between the 1930s and the 50s, and it completely changed the way of life of Western civilization. It was the biggest brick building in Europe. It was smoking all the time. You suddenly had electricity at home, the trolleybuses, the street lights, light in the night. It changed the way of life in London. Вот. Ну и, собственно, речь об электростанции. Это очень известная электростанция в Лондоне. Она впервые начали пытаться построить в 20-е годы. Целое сообщество компаний, которые занимались как бы, снабжением электроэнергии. И электростанция строилась на протяжении 20 лет, с 30-х до 50-х годов. И, конечно, она, как и другие электростанции, которые появились в городах, значительно изменила и жизнь, потому что внезапно появилось электрическое освещение на улицах, появился принцип электричества, появились троллейбусы и много других вещей. И, в принципе, само по себе здание было очень заметно, потому что, ну, видите его огромные трубы, и оно дымило на весь город, это просто очень большое здание. И это конкретно здание было самым большим в Европе в свое время, то есть самая большая электростанция. So this started sinking in people's conscience, it started filtering to cultural knowledge, to cultural imagery. People started looking at that building and say, that's the reason why everything works like that. It's smoking all the time. What's that? They called it the Cathedral of Power because it was really, it's really, really imposing. It's 107 meters tall in the chimneys, 50 in the middle. It's a gigantic monster. In the beginning, people didn't like it quite much, but it somehow people got used to it and acquired it to their cultural, to a popular culture, and it started appearing in cultural Beatles videos, in stamps, in different manifestations of cultural life in London. It was beginning to be a landmark. Ну вот такое крупное здание, это огромная электростанция, она очень быстро привлекла внимание жителей Лондона, которые начали пытаться понять, как бы, что о нем в принципе думать, начали пытаться связывать собственно его появление с изменением того, каким образом они жили, и постепенно, ну это очень просто очень большое здание, больше 115 метров в башнях, около там 80 метров, если не ошибаюсь, ну сам корпус здания, и ну из-за его масштабов и грандиозности это здание называлось собором, как бы, собором электроэнергии, собором как бы, да. И после какого-то первичного периода неприятия оно начало очень активно появляться в различных как бы, культурных артефактах, оно начало появляться на марках, в видеоклипах Beatles и в принципе как бы, понемногу и само здание, да, оно появлялось в кино,
И в принципе, ну, как бы, уже существовал не просто как завод, который изменяет как бы жизнь людей как бы своим функционированием, но и как объект, оно начало играть огромное культурное значение. So in the 1977, when the Animals Pink Floyd came out, the Battersea Power Station was already in its final years, but it was there were many projects underway for it to become a theme park of industrial London or somewhere where to get together with the family, a very urban experience inside the Battersea Power Station when it was going to be seized as a power station itself, together with the Pompidou and the Cedric Price Fan Palace being thought, which were very similar to what they were going to do in the Battersea Power Station. Ну вот к моменту выхода альбома Animals в 1977 году сама станция Баттерси в Лондоне, о которой, в общем-то, речь, она понемногу уже теряла свое значение, ее собирались закрыть, и были большие дискуссии по поводу того, каким образом ее, ну, какая должна быть ее судьба. И в тот момент были разные варианты, например, такие, чтобы превратить в какой-то тематический парк, который бы предоставлял его посетителям такое какое-то очень своеобразное городское ощущение. Да, это был бы такой парк для семейного отдыха. С другой стороны, был вариант сделать ее в нечто похожее на музей современного искусства. Ну, что-то вроде центра Жоржа Попинду в Париже. Да? То есть, вот, примерно такая судьба ждала Баттерси в этот момент. So, in the 1989, they started demolitions. The center space got voided, and it has remained like that until now. I'll show you later a project that they're building right there, but I'm interested in the big void and the representative space that this huge monster can take inside and freeze this moment of 1989 and take it for my project, because I think it's a unique space to be able to use for the citizens in London. Ну, и в 1989 году начался снос, ну, снос каких-то частей электростанции. В частности, была снесена центральная часть электростанции, в результате образовалось совершенно огромное пустое пространство. В дальнейшем Джон покажет, что они сейчас строят, но для него и для его проекта кажется очень важным попытаться осознать, что значит эта огромная пустота для культурного образа самой электростанции и каким образом ее можно осмыслить. И таким образом, в каком-то смысле, его проект является попыткой заморозить вот этот момент в 89 году, когда когда в середине станции была такая огромная дыра, огромный провал. Since then, it's been related to movies. It has appeared in movies, more video clips. They've done parties, motocrossing. It's been a reason of attracting people, doing great events, smaller events too. They've done raves inside. It's been very linked to popular culture until now. Ну и в общем-то с момента, когда произошел снос центральной части, она, ну, до сих пор, в принципе, более-менее пустует. Там постоянно происходили какие-то разные мероприятия, крупные, такие как мотокросс, или какие-то выставки, или какие-то мелкие, вроде рейвов, но, как бы, тем не менее, электростанция появилась еще в огромном количестве кинофильмов, еще в большом количестве видеоклипов, и, ну, как бы, ее присутствие в медиа только расширялось. Well, the property of the Battersea Power Station and the piece of land that we are working in was meant to be theme park of London industrial evolution, but the company and the developers crashed, or they ran out of money, and it was sold to a Malaysian rich person, and together with the mayor of London, they've decided to develop a 15-story building master plan all across the site here that's being built right now, in which the Battersea Power Station is absolutely covered. You can't really see the great cathedral. People are going to live in probably pretty small, luxurious
flats, they're going to do shopping mall inside with some conference rooms and a luxurious hotel in the biggest space of all. They're going to divide the spaces as much as they can to sell it to everyone as an land speculation operation, as it usually happens nowadays. Ну и, собственно, изначально весь участок, на котором расположена электростанция Battersea, он должен был быть превращен в тематический парк, посвященный развитию промышленности в Лондоне. Однако компания, которая должна была заниматься застройкой, разорилась, и в результате весь участок вместе со станцией был продан малазийскому бизнесмену. И в СО, как бы в сотрудничестве с мэрией Лондона, был разработан проект застройки всей территории элитной недвижимостью. Причем застройка должна была быть высотой около 15 этажей. Таким образом, и сам собор электростанции совершенно потерялся бы из виду. Вот, ну, там жили бы люди в таких, совсем небольшого размера апартаментах, но при этом очень дорогих. И при этом сама по себе электростанция, а именно ее большой машинный зал, должен был бы разделен на большое небольших помещений. А там должен был бы появиться торговый центр, ну, в самом зале должен появиться такой элитный отель. Вот таким образом, ну, все пространство было бы совершенно изменено, и сам вид на станцию даже был бы потерян. So my proposal is just the opposite, to create points of intersection of people, bringing people together in different scales of congregations, creating voids to hold people and not fill the place to separate people. I want urban exchange, human exchange, and also keep the identity of the Battersea Power Station and the site itself, the neighborhood. В общем, суть идеи Джона является противодействовать характеру застройки, который происходит сейчас. То есть все разделяется на какие-то маленькие участки, которые продаются отдельным лицам, да, совершенно изменяя характер пространства, так и культурного впечатления от станции. Он хочет сделать что-то совершенно противоположное, не разделять станцию на куски, не уничтожать ее образ, а наоборот создать какие-то открытые пространства, которые стали пересечениями для разных групп людей, которые были бы для них интересны. И его задача является сохранить образ Battersea именно цельным, неразделенным на какие-то отдельные фрагменты. Okay, so the goals of the project are, first of all, to make or to elevate the status of the Battersea Power Station where it should be. I want to compare it to St. Paul's Cathedral, to the London Eye or the Houses of Parliament, or these good landmarks in London which represent what's happening at the moment, or what happened in the moment, or as an architectural piece of history. Таким образом, перейдем к собственным целям проекта. Первая из них является поднять, или даже вернее вернуть образ и значение станции Battersea на его исходную и достойную ему высоту, да, которая должна быть равной по своему значению таким знаковым для Лондона объектам, как Лондон Ай, это колесо обозрения, как здание парламента, как собор Святого Павла. И станция должна занять соответственное же место, как архитектурный памятник, который говорит о том, что происходило с Лондоном, или то, что происходит с Лондоном сейчас. Second goal is to bring the center of London and the urban quality of the South Bank right now with the Tate Modern and the South Bank Exposition Center and all these good riverside to Battersea, so that the city center prolongs itself to the Battersea Power Station and beyond. Второй целью является привнести культурную жизнь, какую-то насыщенность в принципе жизни, которая сейчас существует на южном берегу Лондона с появлением таких объектов в галерее Tate Modern и других. И идея заключается в том, чтобы перенести эту культурную жизнь в Battersea и таким образом продлить пространство, расширить сам по себе городской центр Лондона.
Third goal is to create a cultural hub, a cultural landmark too, not only architectural, in which many events of very different scale will happen inside it, because as we'll see different a little later, we've got very different sizes and typologies of spaces there, a good master plan opportunity to make that a center of cultural exchange, exposition and creation and production. Ну и третьей целью является превратить станцию Battersea в такой своеобразный культурный хаб, вместо обмена разными идеями, потому что, как ну, будет видно в дальнейшем, на самом деле внутри станции находится очень большое количество разных помещений и территорий, которые очень интересны и могут быть продуктивно использованы в этом смысле и для этой цели. And fourth, last but not least, in Barcelona, we are in Barcelona, and actually, I think it's a very contemporary problem. There have been appearing lack of urban consolidated fabrics, voids in the urban fabric of the historical centers, and to how to approach that and to create an identity, a place for the people to identify with, to live the space, to give the space to the city, to the citizens, much or very contrarily to what Rafael Viñoly or the master planners are actually doing there. And it's creating a piece of neighborhood in which we saw all the parts together and create a good local identification center. Ну, и четвертый по порядку, но не по значению целью, является решение проблемы, которая, на взгляд Джона, является очень типичной, по крайней мере, для Барселоны. Это проблема фрагментации городского центра, когда прямо в центре у вас есть какие-то пустующие участки, которые пустуют как физически, так и с точки зрения их культурной роли в жизни города. И таким образом целью является создание комплексного во всех отношениях проекта, который бы восполнял вот эту вот прореху, этот пробел в городской ткани, и таким образом вот их проект является противоположным существующему и реализуемому проекту, который был предложен архитектором Рафаэлем Виньоли. Вот ну, так называемая компартаментализация, да, пространства, которое все разделяется на фрагменты, да, их идея обратная. И весь участок не выделяется из городской ткани и при этом избежать разделения его самого внутри себя. Okay, so the tools we used to get to the goals were, first of all, connectivity, very simple concept. We've got the river, we want to connect it with the boats, we've got the railway system, we're going to prolong the northern line as they do right now in the current master plan. We need to see how the train stations work, how to work with the current traffic fabric or car fabric. Sorry, I'm not English. Okay. Ну и вот первым инструментом, который они используют в своем проекте для решения достижения тех целей, которые были перечислены выше, является поддержание связанности с городской тканью. В первую очередь, это связанность по реке, то есть возможность как бы, попасть на участок при помощи лодки. Во вторую очередь, речь о продлении северной станции метрополитена, что, собственно, и сейчас предлагается в проекте, который реализовывается. Ну и кроме того, вот на этой схеме показан анализ автомобильного движения и как бы, основных объектов инфраструктуры, которые соседствуют с участком, потому что очень важно понимать, каким образом все сейчас устроено, чтобы встроить объект должным образом. The second tool we're going to use is activation. What can we put in the master plan to activate and to attract people, to make people, to create urban tensions so that we can attract people and move people around with program that is actually needed for the surrounding neighborhoods, which are
lower class neighborhoods that don't have the necessary equipments, such as sports facilities, educational facilities, cultural schools, and even even some cheaper temporary like hostels or. Вторым инструментом, вторым принципом, который они используют в своем проекте, является принцип активизации. То есть суть вопроса заключается в том, какие конкретно функции можно разместить на территории участка, на территории Беттерси, которые могут создать такое напряжение между участком и окружающей территорией, которые могут привлекать ее жителей. Суть ситуации заключается в том, что Беттерси окружена достаточно бедным районом, и поэтому в этом районе существует некоторый недостаток даже таких достаточно базовых объектов обслуживания, как, например, школы, как бассейны, какие-то культурные объекты. И, собственно, вот поиск должной функциональной программы, которая будет востребована для жителей, является одним из ключевых моментов всего проекта. Third tool will be simultaneousness, or so as to say, trying to work with a different scale of spaces and fluxes of people, seeing the hierarchy of spaces, what needs to be, what will produce what effects in the urban fabric or the master plan itself, as a design tool, simultaneousness, it's what will deal with that. Ну и третьим инструментом или целью является единовременность, то есть речь о том, чтобы одновременно рассматривать различные участки станции, различные потоки людей, которые будут там происходить. И вот этот инструмент, он позволит именно интегрировать и соединить все различные аспекты всего проекта конструкции. Fourth tool would be polyvalence. We were convinced that we weren't able to foresee exactly how these things would develop or what the needs of the moment would be. We really believe that things should be, in some, as Jack's project, open to the future, to hold whatever needs the moment has. And we believe that polyvalence and being able to shape through time the master plan is a very important tool too, and we've used it in the making of our spaces and master plan. Следующим принципом является многовариантность или поливалентность. Ребята убеждены в том, что они не смогут заранее предугадать, предвосхитить, какие конкретно функции, какие конкретно потребности будет вынужден, который будет должен выполнять их объект для того, чтобы быть успешным. И поэтому они изначально, как и в проекте Джейка, закладывают некоторую открытость с тем, что проект мог изменяться в дальнейшем, удовлетворяя изменившимся со временем потребностям как жителей района, так, я думаю, всего города. And the last tool is archaeology. We believe that the local industrial feel of the place has a very important role in what the identity of the future master plan should have, which doesn't have right now. And we're trying to by maintaining strategical pieces of the previous industrial fabric, building ourselves a very industrial, functional architecture, anonymous architecture. We are trying to highlight the ruin, highlight what was there, the historic materials, using transparencies and tainting everything with the historical typologies and construction methods that that characterize that piece of industrial heritage. Ну и четвертым, последним принципом или, скажем так, инструментом, который они собираются использовать, является археологичность, историчность. Как они считают, в общем-то, существующий проект не отсылает к тому, что было на, ну, как бы, к промышленному прошлому станции Беттерси. И они считают, что это очень важный момент, потому что, собственно, в промышленном прошлом в большой степени заключается смысл самой станции, и этот смысл нужно каким-то образом актуализировать, и для этого нужно восстановить
и сохранить какие-то элементы промышленной ткани территории, которая будет реконструироваться. И очень важно сохранить и продолжить использование каких-то характерных для промышленной архитектуры материалов, конструкций, то есть ну, продолжить материально-культурный такой образ станции в будущем. Okay, so for the resolution of the project, we look at the surrounding environment and we choose the generatrix. Do you know that word in Russian? Yeah, generatrix that would affect the site. How can we deal with the limits of the land? How can we connect with the surrounding neighborhoods? What does the treatment have to be with the train with a big railway? This is a big, like 8 meter tall wall of railway tunnels. This is a road here. We've got the river here. We've got these two quite poor neighborhoods here. And here in the other side of the river, we've got these gasometers here, which we want to use as an entry door to the site. And as a goal inside the Battersea Power Station, we want to cross transversely in ground level with the local, with the current site level, which is +5, and use this longitudinal level, which is the interior of the Battersea Power Station, to zero. So there's a 5 meter difference between this axis and this axis, and this will determine the rest of the master plan greatly. Ну и для того, чтобы понять, каким образом будет развиваться проект, Джон и его партнер, они очень внимательно изучили ситуацию места, в котором расположены станции. В частности, как видите, справа и слева от нее расположены достаточно бедные жилые районы, которые один из, как бы, и третий из них расположены на другой стороне реки. Между жилыми районами расположены газометры, которые, по их задумке, должны быть своеобразными воротами в проект. Кроме того, важно понимать, что на территории находятся очень мощные инфраструктурные объекты, такие как 8-метровый тоннель метро, который проходит через участок, потом железнодорожная линия, которая происходит внизу. И еще нужно понимать, что, в принципе, сама по себе территория станции находится на разных уровнях, то есть продольная ось расположена 5 метров ниже, чем вот две пешеходные, которые они предлагают провести параллельно ей. И, собственно, все вот эти вот ограничения и характерные особенности территории вокруг и территории самого участка, они являются такими генерирующими содержание проекта и его морфологию, да, характер среды в большой степени. This is a slide of the study of the needs of the economical situation of the neighborhood. What pieces of program are missing in the poor neighborhoods? What the new master plan will bring to the site, and what is missing in that new proposal? What transport facilities will be needed and it's a feasibility study of the site, more or less. Ну, вот здесь на слайде презентовано исследование, с одной стороны, потребностей бедных районов, которые окружают станцию, то есть это анализ того, какая функциональная программа потребуется для того, чтобы дополнить те объекты обслуживания, которых сейчас не хватает, с одной стороны. С другой стороны, там проанализирована функциональная программа существующего предложения и того, что в нем не хватает для удовлетворения потребностей жителей близлежащих районов, с одной стороны. Ну и в принципе это как бы анализ будущего и требуемого функционального состава самого проекта. То есть, кроме того, какие потребуются, в том числе инфраструктурные объекты, такие как, например, транспортная инфраструктура, ну и в принципе комплексный анализ ситуации и того, что требуется. Okay, so the physical elements that we will put in order, all the machinery, all the big industrial new industrial site we are proposing, will be
hierarchically dominated by these three elements here, which are three connection ports. This is a bridge from the other side, so pedestrian port. This is a dock, or where a boat would come from center London, and this is where car park, public car park, would connect with, and the also the metro station here. So these three secondary landmarks and their adjacent public space would more or less order the put in order all the space, and would also symbolically they would hold different parts of what is needed there. So this is sports, culture, leisure, and connectivity. So these three landmarks would have their own little cathedral or church. So their vertical element. Ну и вот, собственно, теперь к проекту. Основными организующими элементами будут такие крупные прямоугольные объекты. Вот они здесь у вас расположены. Справа налево приходит пешеходная связь с соседствующим участком. Вверху располагается док, куда будут приходить какие-то, возможно, речные корабли, по которым люди будут иметь возможность прийти в район. Слева располагается, с одной стороны, большая парковка, где можно будет оставить свою машину. С другой стороны, там расположена существующая станция метро, которая тоже будет, собственно, местом, откуда люди будут приезжать в Беттерси. Ну и вот вверху такими разными цветами показаны функциональные, основные функциональные разделения проекта. Это спортивное, культурное, развлекательное. И слева инфраструктурная, то есть эти вот парковки с одной стороны, с другой стороны станция метро, которая будет соединять участок с остальным городом. Вот. Ну и вот эти вот три основные параллелепипеда, они будут новыми такими доминантами, новыми организующими элементами, которые перекроют существующую промышленную, промышленный пейзаж там, и ему принесут новый смысл. This would be the appearance of the model. You can see the three landmarks with their own space here. The connectivity habilitators here as where the coal, like the slides that bring coal to the power station. They bring people to light up the power station. So that's the new energy of the people, you know? Ну и вот здесь макет, на котором, собственно, показаны все предложения. Вот здесь вот такими светлые, такие полупрозрачные параллелепипеды, собственно, вот эти новые доминанты объекта. Да, и вот видны эти пешеходные инфраструктурные оси, которые обеспечат связанность всей территории. И они для Джона являются таким метафорами, сравнением, потоки людей и потоки угля. То есть он сравнивает эти потоки людей, которые будут наполнять эту станцию, наполнять ее смыслом. Он сравнивает их с потоками угля, которые поступали на станцию и создавали свет, который освещал весь Лондон. То есть это такое эмоциональное сравнение потоков людей и потоков угля. То есть новый смысл самой станции. The canopy, how it works, is very similar to Jack's idea of colonizing the space, being able to rent bits and pieces of existing structure, maybe with some services, of course, structure and some possibilities for changing and making it your home or making the evolution of the master plan and the canopy gradual and together with the necessities that the master plan has at that moment.
Ну и, собственно, развитие вот этой перекрытой территории, да, вот застроенной небольшими объектами, оно предполагается по примерно такому же механизму, как в проекте Джейка. То есть это будет большое пространство, разделено на большое количество маленьких, которые ты можешь арендовать либо покупать и, ну, создавать там какие-то объекты обслуживания, либо что-то, ну, как бы, что теоретически будет востребовано. Таким образом, ну, функциональный набор в дальнейшем будет развиваться, ну, как бы стихийно, ну, как, ну, не стихийно, а открыто, ну, в ответ на изменяющиеся какие-то потребности, ну, будет изменяться со временем. So this would be the longitudinal section of the gasometer car parks here, the arrival metro station and big first space or gate, as we call it, then the two squares that go down to level from level 5 to level 0 to appear in the grand space we were talking about from the 1980s that we are interested in. This is the grand space of the central axis, and this is the axis of big events, people all over the world coming by boat, by car, or by train, metro, whatever, crossing in longitudinal section to the Battersea power station. Ну вот внизу показан продольный разрез всей станции. Слева направо у нас расположен газометр, в котором будут парковки. Потом вы видите такой темный элемент, это станции метро, да, с которой люди будут попадать на территорию самой Баттерси. И это первое такое открытое архитектурно доминирующее пространство. И слева направо можно будет двигаться и уходить на уровень минус 5 метров, попадая в большое открытое пространство самой станции, в, ну, машинный зал, который по задумке Джона и его партнера должен, ну, сохраняться в его исходном виде, который он приобрел в 89 году. И таким образом в это пространство должно быть таким местом, где постоянно будут происходить какие-то мероприятия, такие, которые будут привлекать людей со всего мира. So we can see that contrasting with the current existing master plan, which is being built, this is trying to highlight the vertical characteristic of the Battersea Power Station as a faraway landmark, its potential to be important in London and to be seen from far away, and as a master plan to lay low and respect the centrality and the importance of the central figure, which is the power station. Ну и вот, как вы видите на аксонометрии, да, одной из, как бы, идей, ну, принципов проекта является уважение и попытка подчеркнуть культурную, архитектурную доминантность самой Баттерси. То есть, ну, проект совершенно плоский, да, и он пытается показать, что, ну, станция может и должна быть, ну, культурно и архитектурно значимой, что очень сильно отличается от, ну, описанного ранее и реализуемого сейчас решения. Here are the four elements we are working in for the master plan. This is topography, level from 5 below. This is from 5 to the top to meet with the current existing road. This is the infrastructure that we use to feed the master plan with people from the other side of the river, from the car park. We feed the we feed the big power station with this ring of infrastructure that goes through some control rooms that are very well kept from the 50s, and they're very interesting to see. Transversally, you can see all the spaces going through this infrastructure, so it's kind of a touristic archaeological pathway that will control the whole master plan. Oh, yeah, it's a little slow. All right. Yeah. Ну и вот здесь на этом слайде видно, каким образом развивается проект. То есть то, что показано красным, находится на уровне минус 5, то, что показано синим цветом, располагается на уровне земли, для того, чтобы соединить территорию станции с
существующими участками, да, и вот показаны вот эти вот пешеходные маршруты, которые соединяют станцию с окружающей городской тканью. С одной стороны, с другой стороны, эти маршруты образуют такое кольцо вокруг всей станции, при этом проходя через ее середину, через особенно хорошо сохранившиеся комнаты контроля управления за станцией, которые, в принципе, на самом деле очень интересные. И таким образом весь этот пешеходный маршрут будет создавать, обладать такой археологико-культурным значением. Да, это будет очень интересный маршрут, сильно обладающий высоким туристическим потенциалом. То есть можно будет пройти, посмотреть архитектурное и индустриальное прошлое Лондона. It also touches the bits and pieces we're interested in maintaining, industrial heritage, interesting buildings, little pieces of buildings that we are interested in seeing. That's why it has the shape that it has. It goes through all the interesting points and connects the connecting points with the archaeologically interesting things. Ну и кроме того, вот эта такая ломаная форма этого пешеходного каркаса, она объясняется тем, что он соединяет между собой все интересные объекты, которые расположены на территории станции, то есть какие-то там любопытные с точки зрения археологии, культуры, промышленные объекты. То есть как бы он нанизывает их все и объединяет в единую систему. Then these other element is the urban gate, the first contact with something bigger, in which welcomes you as a crowd to the master plan before getting to the big spaces inside the Battersea. So it's like a primary contact with the urban important spaces. И вот ниже вы видите вот этот изломанный пешеходный маршрут, и он соединяется с тем, что они называют такой городскими воротами. Это вот один из первых элементов, где вот это вот микрокосм станции входит в соединение с какой-то большей системой, со всем, собственно, Лондоном, и поэтому он, собственно, называется воротами на станцию, вот такими городскими воротами. And then last, these are the structures that people colonize little by little and fill the master plan with. Ну и наконец внизу показаны вот эти вот небольшие скайчики. Это, собственно, есть те участки, которые люди будут понемногу колонизировать, обживать, и которые заполнят, собственно, вот эту всю такую малоэтажную территорию вокруг основного тела электростанции. I'll try to go faster for the slides. Don't worry. So the Battersea Power Station, I wanted to use it as the Cedric Price Fun Palace. It's a structure I want to colonize with different scale spaces, and I need to appear in the camera. And as an analysis, there's an outside brick wall, four big chimneys, two big turbine holes that are 25 meters wide, 25 meters tall, and 160 meters long. There are two steel frameworks in the sites where the offices were before, and these two interesting control rooms in the middle of the steel frames. So that's the compound of anything. Ну вот на этом слайде показано, собственно, из чего конструктивно состоит станция. Как уже Джон говорил выше, сама по себе станция и его проект отсылают к очень, так скажем, иконическому проекту архитектора Седрика Прайса, который назывался «Дворец развлечений». Вот это такой как бы проект, который просто чуть раньше музея Помпиду и во многом обусловил его, да, был его таким концептуальным предшественником, и к нему Джон снова отсылает. И здесь на слайде показано, каким образом, и как и в том проекте, он пытается анализировать пространственную структуру объекта и достойно на нее отвечать, поэтому здесь показывается, из чего, собственно, станция, то есть это вот эти высокие доминирующие дымовые трубы, с одной стороны, с другой стороны, это стальной каркас, который окружен кирпичной стеной. Ну и здесь, собственно, просто показано, как бы, из чего он конкретно состоит, какие есть особенно интересные объекты, в частности, это расположенные в толщине стен две комнаты контроля управления,
слайд, который показывает, что в принципе есть и с чем он планирует работать. What I do as an operation of restoration, I basically wipe out the slabs that were there before that are dangerous or whatever. I clean the structure. I let the steel frame visible. I maintain the outside brick wall, and I maintain both turbine holes and the control rooms. The rest of it I try to wipe out and clean to use the steel structure. Ну и в общем-то, что делает Джон, что он предлагает решать, какой метод он выбирает в проекте, он предлагает по возможности вычистить стальной каркас станции, убрав те плиты перекрытий, которые к данному моменту являются небезопасными. Он сохраняет только самые интересные объекты, такие как, например, контрольные комнаты, как турбинный зал, некоторые другие участки, по возможности, ну, как бы, сохранив тоже кирпичную кладку стен и восстановив стальной каркас. Все остальное, что не представляет какого-то архитектурного значения, либо находится в плохом состоянии, он предлагает совершенно очистить, сохранив только стальную раму. These are some pictures of how things are right now. Two turbine holes, control room elevation, central space with some structures to maintain the walls that are there. So I will substitute that in the future. The steel work right here too. Ну, вот здесь показаны фотографии того, что, собственно, есть. В самом верху у нас располагается вот этот центральный зал. По бокам вы видите поддерживающие конструкции, которые он планирует заметить на что-то более репрезентативное. Две большие фотографии – это фотографии турбинного зала, как он находится сейчас, продольный разрез. Это разрез по залам контроля управления. И вот, ну, внизу, как бы, кто каким образом может выглядеть этот стальной каркас, если он будет обнажен. So basically what I do is platforms, connection, I build a structure that will make possible whatever the Battersea Power Station, which with their spaces they have, can adapt to. So it's a structure in the structure that will make everything that it needs to be done possible. Ну, если обобщить вот эти меры, которые он предлагает сделать, их суть заключается в том, чтобы создать внутри самой электростанции такую структуру, которая будет состоять из стальной рамы, которая позволит вместить в себя все те функции, которые потребуются Battersea для того, чтобы, ну, обрести такую, ну, устойчивость, да, и реализует потребности ее для устойчивого развития, продолжения существования. I use the four towers and the chimneys as vertical communication or circulation. I create two platforms in the level 45 that see the rest of the London city, that as a symbolic and landmark characteristic of the space. Then I build a retractable roof here, like in Wimbledon's center court, so that the space can be used for when it's raining, it can be open when it's sunny, it can be a square, it can be an arena, and that's a polyvalence thing I wanted to highlight. Ну и вот, собственно, как бы, что он делает конкретно, он использует вертикальные дымовые трубы как вертикальные коммуникации между разными уровнями станции. Кроме того, он строит несколько платформ, одна из которых будет располагаться у него 46 метров и давать такой монументальный вид на весь город. А, собственно, вот этот большой машинный зал, он предлагает перекрыть его раздвижной крышей, ну, такой, например, можно видеть на стадионе вроде Уэмбли. И вот это один из элементов того, что он называет в своем плане поливалентностью или многовариантностью. I build a concrete platform, very rough platform, in the level 0 to 5, so that the urban exchange between the two levels can happen easily. It's symbolically or metaphorically, it's built as the foundations of the Battersea will appear like, because we are cleaning everything out. So we'll see from level 0 to 5 the foundations, and that's the platform in which happens everything from 0 to 5. So this is the platform
the street crosses in this level, and this is the zero level in the big spaces. Ну и еще, что он делает? Он создает такую платформу из грубого бетона, который располагается на уровне земли, и в некотором метафорическом смысле это будет такое, ну, создаваемое им новое основание всей станции. Ну и, собственно, на схемах было показано, каким образом это основание взаимодействует с продольными пешеходными связями, которые будут происходить выше него. И, ну, вот это вот, как бы новое основание, которое будет служить местом, где будут все те мероприятия, которые должны происходить на Беттерсе. This is what is sunk underneath the level 5, so big spaces, one behind the other, with the central space, exposition center with good natural skylight. This is an auditorium with its stage, backstage, toilets, the necessary services. These entrances, and this connects the master plan with the interior workshops we provide for the upcoming events that will feed into these bigger places. So we've got workshops here feeding the bigger arena for the event. Что будет происходить на основном этаже? Окей. Вот сверху это, собственно, будет выставочный зал, который будет освещаться естественным светом. В середине это сама экспозиционная арена, внизу располагаются различные поддерживающие ее объекты, такие как там, ну, как бы технические помещения, да, для выставочной арены, там, то и тому подобное. Сверху и снизу этот план, собственно, соединяется с уровнем земли. Вот. Ну и там еще какие-то мастерские, которые тоже будут служить для того, чтобы, ну, арена функционировала как должна. How do you pause this? What? Pause? Pause because it's going automatically. Yeah, like with pause. Oh, I had no idea. Circulations are put in these vertical spaces with natural lighting. The rest of it is used space. This is a mechanical, a retractable roof. Detail. The section. Ну, собственно, там на слайдах вы видели, что как организовывается расположение вертикальных связей в дымовых трубах, каким образом реализован разрез, как выглядит разрез по раздвижной крыше. Разрез, я думаю, архитекторы говорят сами за себя. Lifts and staircases for the workshops, lifts and staircases and toilets for people, big staircases for the exchange, escalators. Ну, эскалатор, лифт, туалет. This is the center space, the restaurant and the cocktail bar, the street crossing level 5, the infrastructure going to the museum spaces here. Вот слева вверху коктейльный бар. Вот на уровне плюс 5 показано, как соединяется вот это открытое пространство с уровнем земли. Center space, auditorium. Центральное пространство, выставочное. This is the infrastructure going to the museum here. Different workshops here. Workshops that can be added to the archaeological ring. Ну, мастерские, которые в том числе могут быть присоединены к этому вот археологическому туристическому маршруту, к объединяющему всю станцию. Communications here. The auditorium section, more workshops there. This is the master plan in detail, which I already explained more or less the characteristics of the spaces here. Вот этот генплан, как бы его устройство уже было обсуждено выше. This is the pedestrian entrance to the big events through the gasometers. Этот пешеходный вход, который будет, собственно, через который люди будут попадать на вот эти большие мероприятия, он будет проходить прямо через газометры. This is the dock arrival here with the people. Battersea is right here to the left. Вот это возможность попасть на станцию через док, то есть с реки.
Причем Betters располагается с левой стороны, только чуть правее нее. These are all the gates in detail, some other service details to construction in detail. Вот это вот эти ворота в город. The inside of the dock, Battersea there. Внутренность этого ворот. Yeah, metro station there. Это вход в метро. It's loading. Construction detail of the Battersea interior. I do a big steel frame and then colonize what is needed to be colonized for phasing and other necessity reasons. We've got a module here. We put and take out modules if it's needed or if it's not. Ну вот это вот разрез, и там будет видно, как будет создаваться такая стальная рама, которая будет в дальнейшем заполняться какими-то там функциями. Там получается, она разделяется на какие-то модули, и они будут заполнены либо опустеют, в зависимости от того, будет ли нужно то, что происходит. The making of the model, me, they're happy presentation. Another picture of the model with the landmark, the lighting, the transparency towards the ruin here, and that's it. Yeah.